Хороший день, не правда ли? Возрастных ограничений нет. Волшебно, феерично, экстремально. Лайк! 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 Хуя из питбуля. У меня есть питбуль. Голос! Голос! Ученый! Ученый! Иди сюда, сюда, иди питбуль, сюда его. Вот сюда ставить. Вот, зашибись. Да ладно, вот. У тебя просто шапка тигриная. Питбуль. Здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. Леса и поля. День добрый, день добрый. Представляем видео от первого мото-журнала. Жареные гвозди. Жареные гвозди. Питбайк-клуб «Жареные гвозди». Приехал сегодня представитель. Он с зонтиком в руках. Ой, извиняюсь. Пардон. В общем, хотели вам задать вопрос. Вопрос можете задать. Да, можно? Да, задать вопрос. Задавайте вопросы. Скажите, пожалуйста, ваша песня «Мотоцикл мой». Ну, группа «Адовый мужик», мы все знаем, да, друзья? «Адовый мужик». «Адовый мужик», группа, песня «Мотоцикл мой», обсудим ее. Да, песня «Мотоцикл мой», да, старая песня, вот. Вы написали ее в порыве каких-то чувств или как Высоцкий о войне? Блин, да как тебе сказать, мотоцикл... Хорошо чувствовали эту проблему? Да, блядь, у одного моего друга ёбнули мотоцикл. Вот «Юпитер 3». Он так переживал вообще, да, очень. Вам были сходные его чувства? Вы бы так же переживали, если бы бас-гитару вашу разбили? Ну, да, может быть, да. Наверное, так и делал. Ну, ничего, все, он целыми днями ходил по квартире и твердил одно и то же. Мотоцикл мой. Он очень сожалел. Переживал. А вы, питбуль, что скажете, а? Я соглашусь. Голос. Так. Я попрошу вас микрофон. Да. Давно ли существует ваш питбайк-клуб? Питбайк-клуб существовал всегда, очень давно. Ну, с какого года примерно? С 2016. Вот я вот здесь уже довольно-таки продолжительное время вот живу. Вот до сегодня, вот меня сегодня очень сильно удивили. Чем? Что есть? Что вообще существует такой питбайк-клуб? Да, мы существуем. Сколько человек в нем? В нем 3 человека. Официально. Это как-то понятно. Это вы руководитель его? Я руководитель клуба. А, нет, 4, даже 5. А сюда что? Потому что больше. Кстати, я уже даже всех не припомню. Все они на полях сражения сейчас мотоциклы свои чинят. А ты это сам? Ремонтируют свои питбайки. Один я вышел, доехал. Я докатил, у меня бензин закончился. А ты сюда нас это прибуркивать пришел или что? Я сюда приехал. Я приехал. Что, вступили в питбайк-клуб? Я приехал к вам поинтересоваться у вас. Но я так насчет понял, короче, наша первая песня звучала в маршрутке. Ваша песня звучала в маршрутке. По радио. Ну, вся, да, маршрутка начала пиздиться. С водителем. Там такой слайм начался. С водителем, да? Нет, с собой. Там слайм начался. Понимаете, задняя площадка напала на переднюю площадку. Смол, нам выйдите, мы хотим поплясать эту песню. Там плясали пугу. Там вообще ребята выдавали пиздец. Вообще отлично. Там рок-н-ролл. Я рад. Я искренне рад. Там был мотоциклетный рок-н-ролл настоящий. Не то, что на байк-шоу, знаете, там, ну, когда все... А тут спонтанно, тут флешмоб, тут трэш-кор возник на пустом месте буквально. В пустом троллейбусе набилось куча байкеров. Послушай. Они там типа перебились. Ладно, в новостях почитай. Да. Это самое, о чем хотел спросить. Ты когда со мной разговаривал по телефону, ты у меня спрашивал, не мог бы ли я переделать песню. Да. Вот. Так вот, о песне. Мы хотели у вас поинтересоваться, не могли бы вы, как автор и исполнитель, ну, этого хита, я не побоюсь этого слова. Что сделать? Так же, как не побоюсь прокатиться на питбайке.
меня, знаете, там можно прокатить. Привязать. Если вы до 90, около 90 килограмм, не более 90 килограмм ваш вес составляет, то вы можете спокойно садиться на питбайк и прокатиться. Отлично. Наши питбайки возят 90-килограммовые грузы. Секундная реклама. Уходим на секундную рекламу. Отрабатываем. Ну, и что? Что там изменить-то в песне надо? Надо петь. А строчку. Захожу в гараж. Ну, охуели глазки. Охуели глазки? Ну, спиздили. А, спиздили питбайк ты хочешь, чтобы я спел? Нихуя ты, блядь. Ну, можно. Оставили запаску. Запаску, да? Хорошо, исполняю. Ваша коляска, ну, как-то ближака только. Хорошо, исполняю. Захожу в сарай, охуели глазки, спиздили питбайк, оставили две каски. Мотоцикл мой. Запаску оставили. Мотоцикл мой. Вот так питбайкеры города, в котором мы проживаем, хотят слышать продолжение петь. Один припев еще спеть. Тем, кто обнаружит мой питбайк. Будет вам пожизненный мой лайк. Что это? Ни хрена! Вот это ты загнул, лайк. Так, да. Кто-то что? Ну, это все примерно. Там можно поточнее. Тем, кто обнаружит мой питбайк! Я дарю пожизненный... Будет мой пожизненный вам лайк! Да, будет мой пожизненный вам лайк, точно. Да. Уже хорошо. Те, кто обнаружит мой питбайк, будет мой пожизненный вам лайк. Да. Получит мой пожизненный... как-то, ну, что-то вроде этого. Мотоцикл мой! Где же ты, где же ты, родной? И лайк пожизненный. Лайк! Вот так. Лайк! И зонтик от кислотного дождя. Кислотного дождя. Тем, кто обнаружит мой питбайк, будет вам пожизненный мой лайк. Вот так, да? Будет юзать. Пацаны, подписывайтесь на наш канал. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.